Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil. Salve, Stalkers! Acho que todos vocês já sabem da notícia sobre o Stalker 2. Mas vocês sabiam que essa notícia também passou na TV russa? Vocês não viram o vídeo? Eu trouxe ele pra vocês. Язычную игру всех времен ждет возрождение. Компания GSC Game World работает над продолжением известной серии игры Stalker. Об этом у себя на странице Facebook сообщил основатель и руководитель украинской студии Сергей Григорович. Официальный анонс Stalker 2 уже появился и в социальных сетях игровой студии. Подтверждает разработку игры и сообщение в Твиттере руководителя издательского направления Epic Games Сергея Галенкина. В частности, он намекнул, что Stalker 2 разрабатывается на базе технологии его студии Unreal Engine 4. То есть игра создается не на собственном движке, как прежде. Впрочем, из-за того, что движок и инструменты уже готовы, программисты смогут сэкономить время разработки игры. Релиз запланирован на 2021 год. Первую игру по произведению братьев Стругацких «Пикник на обочине» ждали 10 лет. Дату выхода оригинального «Сталкера» многократно передвигали. Вместо обещанного 2003 года игра вышла только в 2007. Пользователи, которых тогда кормили самыми невероятными обещаниями, типа опасных аномальных зон, мутантов, воюющих группировок сталкеров, от обиды даже прозвали «Сталкер» «Ждалкером». Однако после релиза игры ожидания многих так и не оправдались. Половина обещанных гениальных находок была просто вырезана. Ни бесшовного мира, ни свободной миграции диких животных, да и багов было очень много. Правда, разработчики быстро исправились и в следующем релизе представили полную атмосферу зоны отчуждения, в которую в итоге погрузились не только русскоязычные пользователи, но и европейские любители виртуально побегать по Припяти и побросать гайки в аномалии. «Сталкер» стал культовым и, что само по себе редкость, был принят западным миром именно за счет удивительной внутренней истории и придуманной среды, в которой происходит действие компьютерной игры. Игра разошлась тиражом свыше 2 миллионов копий, собрала престижные награды и восторженные отзывы в прессе.